Что ж, спасибо. Привет, Коннор. Норрис. Как дела? Хорошо. Помните наш разговор о Мириам? Да. Она убила Пуму. Один выстрел. Такая меткость. Инкрайабль. Я ее люблю. Понимаю. Мы все ее здесь любим. Нет, не так, Коннор. О, о. Ну, рад за вас. Радуйтесь, если я ей тоже нравлюсь. Она сильная женщина, независимая. Восхищаюсь ей. Что ж, удачи вам в этом деле, Норрис. Скажешь ему, родная? Я жду ребенка. Поздравляю. Мы так долго об этом мечтали. Но есть одна лишь только беда. Тут врача не найти. Значит, надо его найти? Знаю, кто может сюда переехать. Доктор Лайл Уайт. Давно его не видели, но поищите по старому адресу в Бостоне.
Вспоминаешь былое, Ахиллес? Коннор. О, да. Пожалуй, так и есть. Столько времени прошло. Кому из ассасинов это принадлежало? Сначала Джону де Латуру, первому ассасину колоний. Потом какое-то время мне. То, что я совершил в этих доспехах, что-то приятно вспомнить, а что-то очень больно. Когда-нибудь я передам их тебе, Коннор. Твой долг — сохранить их. Это напоминание о том, как давно здесь наше братство. Как давно мы защищаем людей в этих краях. Но я заболтался. Я знаю, что ты понимаешь их ценность.
Данилу скажи спасибо. Вот он выгляни, отвергайте, все есть информацию. Предлагают легкие жакетки. В игре и работе в них будет прохладно в эти знойные дни.
Доктор Уайт? Нет, этот пьяница за углом живет. Если докричитесь, скажите, что я уволился. Дал бы я ему в морду, да руки марать неохота. У меня семья. Вы что, верите всему, что пишут в газете? Доктор Уайт? Да? Меня зовут Коннор. И что вам от меня нужно? Пару слов для газеты, чтобы и дальше травить меня? У меня к вам предложение. Вы не знаете, кто я? Я врач, которого британцы ославили на весь город. Белая смерть, нет? Мне о вас сказали друзья, Уоррен и Пруденс. Пруденс понесла, и ей понадобится доктор. Пруденс понесла? Ха! Им столько лет не удавалось. Может, мне как раз и нужно убраться из Бостона.